Так, ну так как мы предыдущие неудачно сыграли, сыграем еще одну и на этом все будем заканчивать. У нас, собственно, сейчас может я опять предателем стану. Ожидание появления других игроков 10 секунд. Кило. У нас тут не появился, там он справа вверху видно, где кто. 4, 3, 2. Наверное, будем без него, да? Ваша роль выживший. Окей. Ну, погнали, чё. Что нам надо? А что так сложно? А, надо было втроем одновременно. Позаберу. Меня кто-то побил, суки ебаные. Так, пошли, где там эта штука? Там что-то происходит. А. Понял. Кто-то предатель, кстати. А что-то у них там проблемы с интернетом. Тут, кстати, США Восток я запустил. Охуеть, что это такое? Что это такое было? Так, а ну пошли. Точки раскопок. Фотопанеру слева, чтобы увидеть расположение точек раскопок. А где эти точки? Непонятно. Что ми? Ромал пишет ми. А, лопата. Беру лопату. У меня есть лопата. Да ты гонишь. Это я должен искать? О, у меня есть фотография. О, нормально. О, показывается какой-то квадрат. Прикольно. Да? Да. Пошли туда. Что, этого не было для новичков. Вот так интереснее намного играть, смотрите. Идем. Тут же у нас два предателя. Это я рядом могу с ним как раз бегать. Вот этот Ромал. А, я ею атаковать не могу. Нам надо найти бункер. Вот этот Зеус жирненький. Вот жирненький вполне себе может быть этим. Если они уже не раскопали. Что вполне себе вероятно. Во. А, я понял. Тю-тю-тю-тю-тю. Идем голосовать. Блять, с арбалетом стоит дебила кусок. А как тут? А есть тут вот это там было?
Я иду голосовать, нахуй. Как его там? Какой он по счету этот Ромал? Седьмой? Седьмой предатель. Пошли, пошли, пошли. Как голосование начать? Ягоды. На, нахуй. На тебе, блядь. Что, блядь, сейчас ты мои тарелки, да? Я отравился. Ебать, не ушло, это такое за утюг. А, это мина. Пидорас. Их тут двое. А-а-а! Ебать, я понял. Ты ж вроде за нас, да? Да. Наска. 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 Да шо шестой и первый? У тебя, блядь, арбалет был. Алло, добрый день. Так, надо съесть ягоды. Блядь, я дохну. Надо быстрее, надо быстрее, надо быстрее. Шо такое? Ты срать захотел? Побежал, блядь. Греться срочно, ёб твою. А мы... И он рыгает! Ой, бля... Ну, я ценой своей жизни убил двух предателей. Блядь, товарищи, мне... Мне нужна еда, друг. Подожди. Ягоды. Чё у меня? Забагалась кнопка чуть-чуть. Блин, 6,5 минут. Давай быстрее жрать хочу. Предателей прилетел. А, он видно. Прикольно. Но предателей-то уже нет. Может пойти их приготовить, нахуй? Человек дебил. Бать! Я на мине подорвался. Товарищи, я ползу. Помоги, блядь, я на мине подорвался. Ой, сука.
Опять жрать хочу, ну это пиздец. Ягоды есть? Блять, опять убить вот это. Сука, 5 минут осталось, мы не влетим нихуя. Пошли приготовим, господи. Давайте больше пойдем приготовим, блин. Пофиг уже на этот. А, тут нету ягод. А, лопату и кидать можно. Прикольно. Так там же ж копать надо, ёб твою мать. Точно. Там же ж надо это все дерьмо копать. Я понял, я лопату выкину. Там мне плита нужна. Ты больной на голову. Возьми же эту ебучую лопату, приготовь мне ягоды. И пошли уже копать. Все, нормально. 3,5 минуты. Нам пизда. Так, пошли. Тут все оно в тех точках, да? Ну пошли туда. Прикол. Так, вот я бегу. Где-то рядом с кораблем надо копать. Можно еще глянуть. Тут 3 точки таких. 3 минуты до хуйни. Ну печаль, что сказать. Грустно, что мы все сдохнем. Зато мы убили всех предателей. Так, это нам не надо. Во, я рядышком. Да? Да, где-то тут надо копать. Вот здесь. Я нашел деталь. Что ты там копаешь, дебила, кусок? Я только что выкопал при тебе. Божечки. Офигеть, а это сложно. За выжившего сложно играть. За предателя тут вообще полегче будет. Если я буду знать, где закопаны все эти хуйни, я просто прибегаю, расставляю там мины и все. Все взрываются, умирают. Такая вот печаль. Но мы не успеем это все сделать. Потому что до бури 1,5 минуты. А, мы еще даже не починили первый объект. А я уже дохнуть начинаю. Мне сейчас надо опять ягоды бить. Вот, 2 предателя. Все забрали, да? Тут яд только есть и кирка. Нахуй надо. Где эта чинилка ебучая? Что у нас там, пацаны, уже выкопано? О, тут что-то есть. Серьезно? Вот это нахуй не надо, да? Я понял. Пошли ягоды бить. 30 секунд до бури.
Не хватило. Печаль. Ну бьем чё? Умрем молодыми. Я греться пошел. Спасибо. А, костер потух, прикинь. Да ты что, тебе тепло нужно? Да, да ладно. Да ты не гони. Набор для костра. Необходимые материалы, два бревна. Пошли хоть костер попробуем съебашить. Нам пизда. К сожалению. Ебать, вы тут повырубали лесорубы ебучие. Охренеть. Ну шо, мы проиграли, наверное. Сейчас попробую что-то сделать, но я это дерево буду вечность долбить. Всем все нужно, друг. И он вообще и то надо. Шо ж. Это полезно. Я уже смирился, а вы? Я сейчас, конечно, попробую костер сделать. Там кто-то уже откис, по-моему. Я тоже откисаю. Все, я откис. Добрый день. Я пойду посмотрю. Что вы, пацаны? О, по одному. А, остался только этот, кивошка. Ну вот такая вот игра. Прикольно. Все, на этом будем тогда заканчивать, друзья. Ссылка на игру обязательно будет в описании. Мы обязательно будем еще дальше играть. Мне очень понравилось. Надо будет глянуть на кастомизацию персонажа. Как этот чувак вообще стоит на месте? Че он не дохнет до сих пор? Он там фуловый, что ли, был все это время? Последний выживший погиб. Самый ценный игрок Dark Gamer. Хорошо. Все, ребята, всем спасибо. Всем пока.